Меня зовут Белякина Дарья Васильевна. Я тренер команды Московской области, город Руза, по плаванию. Мы приехали на сбор на Кипр. Один раз в день мы тренируемся в этом бассейне с 9 до 11. Маленькие, взрослые у нас любого возраста ребята от 7 до 16 лет. Недалеко отсюда находится гостиница, в которой мы живем. В принципе, нам очень комфортно, то есть договорились по питанию, проживанию, нас встретили, разместили, очень помогают, если возникают какие-то проблемы. Было несколько экскурсий, дети довольны, и мы счастливы. Чистый пляж, песок, можно поиграть, погулять, порезвиться. Огромное спасибо команде Active Cyprus за то, что они нас так приняли и помогли с организацией этого сбора. Советую вам приезжать почаще, потому что ребята действительно молодцы. Очень приятно и замечательно здесь быть. Очень классно для деток, там есть такой городок, прямо на воде стоит. Вы сможете там поиграть, покупаться, попрыгать, поплавать. В 4 часа у нас будет пикник, доставка еды, мы также все покушаем. А до 4 часов вы можете отдыхать спокойно, опять же, как Олег сказал, соблюдать технику безопасности, далеко не выходить, далеко не уплывать и все. Наслаждаться. Наслаждаться. Прекрасным временем.